когда училась сама в школе, у нас были хорошие преподаватели, рассказывали с таким интересом, что они просто полюбила историю и захотелось узнавать и передавать свой опыт в дальнейшем нашему поколению, рассказывать, как жили, как появился человек и так далее, вот до сегодняшних дней. Здесь еще ребятам я разрешаю на переменах, они подходят, они могут рисовать. Здесь у нас есть стилусы, они могут рисовать, то есть творчеством ребята тоже занимаются, поэтому, видимо, им еще больше нравится кабинет истории, потому что они могут прийти, нарисовать что-нибудь, поискать в интернете, то есть тоже как-то вот большой помощник и большой плюс данный экран. Вот в сентябре в этом году у меня 5-й класс, вот 5-й классник, это мой класс. Посмотрев на их глазки, утром ты заряжаешься любовью от детей. Просто детки все смотрят на тебя с таким ожиданием чего-то интересного, знаете, вот, и ты понимаешь, что вот это твое. Это те дети, которые в тебе нуждаются. Я вижу, что они ждут меня, они ждут каждое мое слово. Не знаю, мне кажется, что у нас какое-то вот взаимное понимание с детьми и с 5-м классом, и со старшими классами. То есть ты становишься как они, то есть на их волне, вместе с ними. Чему-то новому учусь у молодых ребят, чему-то учу их я. Ну вот просто обожаю детей и люблю свою работу.